желающих опустошить чужую банковскую карту, не становится меньше. Эксперты советуют блокировать карт-счет после телефонного разговора с незнакомыми людьми. Если у вас возникли подозрения, что данные вашей карты стали известны посторонним. Специалисты отмечают две основные причины принять меры безопасности. Когда в процессе разговора держатель карты невольно сообщил злоумышленниками конфиденциальную информацию. Вторую причину ищите в наших новостях.